Мы сегодня общаемся с психологом и коучем из Израиля Розари, который живет в Нарии. И расскажите, Розари, чем вы занимаетесь, что вы изучаете, в какой области вы специализируетесь? Специализируюсь. Всем привет-привет. Шалом-шалом. Я специализируюсь по теме отношений, да, отношений как между парами, так и отношения с собой. Исследую различные знания, да, в том числе и психологию, и Тору, да, вот мне очень интересно, потому что в любых святых писаниях там раскрывается этот потенциал души человека, да, вот и отношений с собой в первую очередь. Поэтому сейчас для меня очень важная такая тема, тема желаний, потому что она связана с нашей природой и с нашей жизнью. То есть наше желание и наше будущее, оно взаимосвязано. Поэтому я хочу спросить вас, как природа желаний по законам Торы. Какие есть там секреты? Ну, спасибо за такой интересный вопрос. Вообще, это, конечно, вопрос, который имеет очень большую глубину. И с этого практически вся Тора начинается. Потому что Тора приводит эволюцию создания человека от простого к сложному. Это в первый день был создан свет, потом мы в какое-то время были созданы растения, во второй день вода, потом растения, животные, рыбы, птицы, животные, там светило человек. И человек был создан последним, написано в Мидраше, потому что он как вот последний, он внемляет себя, он, в нем есть все, что было до него. Что было до него, это как кирпичики перед созданием человека. И вот, например, человек, он венец творения, он был создан последним, но у него есть и растительная душа, и животная душа, и все, что было до этого. Поэтому, да, любой человек, неважно, на каком он духовном уровне будет, да, у него есть простые физические желания тоже. У него есть, он должен там стричься, бриться, там, стричь ногти, потому что он как растение, которое растет. У него есть желание, еда и все физические желания, которые есть у животных. И вот задача человека, она научиться подчинять себе эти все желания. Да, в этом есть духовный рост заложен, подчинять себе все вот эти желания. Научиться, например, если животное, то оно сначала, допустим, лев или волк, у него желание кушать, да, и он начинает голова думать, где взять еду, идет охотиться, весь свой разум он направляет на то, чтобы это желание выполнить. То есть желание начинается у него с живота, а голова думает, как достичь желания живота. Так, задача человека перестроить то, что написано, вот это наша работа, перестроить, чтобы желания начинались с разума, человек понимал, что правильно, что корректно, что человечно делать, да, именно есть на это заповеди Творца, 12 заповедей, и потом уже то есть голова думает, и тело идет исполнять эти желания. В этом есть наша работа, в принципе, да, потому что поэтому эта тема. Вообще часто, вот я заметил, человек говорит, я устал, да, мне нужно отдохнуть, я там хочу поехать на курорт или хочу выспаться, а на самом деле от желаний зависит тоже вот усталость. Усталость бывает разных видов. Человек может устать физически от того, что много работает. Он может устать эмоционально, потому что у него картинка не меняется, у него однообразие. Он может устать интеллектуально, потому что он очень много думает, у него ну, нет, может быть, новых идей, или много на себе он тащит в голове. Он может устать душевно, если у него, например, он много на себя взял запретов, там, поднялся на какой-то духовный уровень, к которому он еще не готов. Да. И вот отдыхать тоже нужно относительно, то есть недостаточно выспаться, чтобы отдохнуть интеллектуально. Иногда нужно почитать какую-то книгу, попасть в какую-то компанию, где он услышит новые идеи, новые мысли. Да, для того, чтобы отдохнуть
эмоционально, ему нужно тоже какие-то новые картинки, новые. То есть в этом, конечно, нужно всегда учитывать свои желания во всех ситуациях. А что тебе, что ты ищешь в желаниях, что ты изучаешь? Я изучаю желания на разных уровнях, да, вот чем отличается вообще желание от мечты и желание от цели. И сегодня, когда я шла на эфир, то когда я поняла, какой вопрос я хочу задать, то мне еще пришла такая ассоциация интересная. Я вспомнила два слова на иврите, да, которые это рацион, правильно? Это да. Как бы желать, да, в переводе. И бакаша, правильно? Бакаша тоже как бы, да, своего рода просьба. Желание. Просьба, ну да, просьба, как бы мы тоже что-то желаем. И самое интересное, когда я смотрела на это слово, возьмем сейчас рацион, то я увидела там две интересные буквы. Это рейш и цадик, это рац, это как бы бежать, да? Что когда мы начинаем бежать за своими желаниями, то да. В этот момент наша жизнь становится тяжелой. И вот это вот тоже вот бакаша, да, просьба. Если посмотреть на это слово, что я там увидела, это есть там каше, да, трудно, сложно, правильно? Да. И как бы в любом желании получается в нашем, если вот взять еврейского, ну как бы, да, еврейского алфавита, то там показывается в одном случае, ты как бы в бегстве каком-то от себя через свои желания, да, тебе некогда заняться своей душой, тебе некогда заняться своими истинными желаниями, тебе некогда подумать о Боге, да, ну, некогда, ты бежишь куда-то в своих желаниях. И когда мы больше всего вот хотим пить, тогда, когда мы бегаем, правильно, мы испытываем, ну, жажду попить. И вот для меня эта ассоциация, вот это вот питье, это есть стакан воды, да, который ты жадно пьешь вот этими вот желаниями своими, одно за другим. И когда рождается вот эта бакаша, просьба, то в чем сложность, да, когда ты в попыхах все это делаешь, то сложность появляется тогда, когда ты хочешь еще и еще пить, да, еще и еще как бы от этой беготни потреблять, да, определенные желания. Смотри, что касается, тут есть две вещи. Бакаша – это одно слово, раца – слово бежать – это другое слово. И нет ничего плохого бежать к тому, что ты хочешь. Да, царь Давид про себя пишет, что мои ноги бежали в Бейт-Мидраш, в дом учения. Угу. То есть вопрос, нет такого, ничего плохо бежать и трудиться, и что человеку трудно. Наоборот, это нормальная вещь. Только вопрос, зачем он бежит? Есть вопросы, он бежит. И какие желания у него? Желания правильные, хорошие или желания нехорошие? А вот бежать и трудиться, и спешить на хорошие вещи, это нормально. Например, даже в шаббат, когда, ну, принято ходить спокойной походкой, мицва mm-hmm. все равно в синагогу бежать. Поэтому рацион это хорошая вещь, когда у человека есть желание, и человек должен именно бежать и делать быстро то, что он хочет. И в службе Творцу у каббалиста Рахай Моше Луцата одна из глав – это зрезут, расторопность. Что если человек это будет делать не быстро, заповеди и хорошие вещи, то они могут уйти, могут возникнуть помехи, и вещь пропадет, человек потеряет эту вещь. Да, а за плохими вещами, конечно, бежать нехорошо. Вообще их делать нехорошо. Что касается бакаша, это другое слово, как ты говоришь, коши. Бакаша – это просьба, это не желание, это когда человек вот именно что-то не хватает. Например, у человека нет еды, нет одежды, и он у кого-то просит. Это тут идет коши, да, это тут ему это тяжело, и каше – это другая вещь. Это не связано с желаниями, это связано с недостатками, нехваткой, которая есть у человека, и он просит эту нехватку у кого-то, просьбу. И тогда, тогда он получает по минимуму, да, то, что ему дают, как ты говоришь, каш, ему дают по минимуму только то, что ему не хватает. И давай еще с тобой поднимем какие-то еще важные темы, которые у тебя будут в следующий раз.
Да, конечно. Мы поговорим еще о важных темах обязательно, потому что есть много всего, и мне нравится именно еще смотреть на слова, да, которые скрыты именно в буквах. Если есть еще какое-то слово, которое характеризует как желание на иврите, да, если ты уже говоришь про слова и про слова на желание, рацион – это одно из, да, аваль есть на иврите желание, которое называется нефиш. Нефиш тоже это желание, потому что есть несколько раз в Торе упоминается слово нефиш как желание. То есть нефиш – это душа, да. Это тоже желание. И в книге в Кабале написано «Уари», такой каббалист, он говорит, что это буквы нефиш, буквы нер, тила, шемин. Что это вот как свеча, которая состоит из сосуда, да, в котором есть масло, потом есть фитилек, а потом есть огонь. Да, что самое главное в этом сосуде? Вот в свече, что самое главное из этих трех вещей? Есть масло, есть фитиль, есть огонь. Что из этого самое главное? Самое главное – это фитиль. Потому что если будет много масла, но фитиль не будет тянуть, то огонь будет плохо гореть и потухнет посередине. Поэтому что это означает? Масло означает мудрость. Огонь – это уже действие само. Это как физическое уже горение. А фитиль означает наши качества, наши желания. Если у нас хорошо настроены наши качества, допустим, там человек, он не ленится, он не жадный, он расторопный, он не гневливый, да, тогда он может, его качества позволяют в разных ситуациях его мудрость перевести в огонь, перевести в действие. То есть все в зависимости от наших желаний, от наших качеств, от фитилька, который у нас есть, насколько у нас наши желания правильно настроены, от этого зависит, человек может много знать, но на деле быть совершенно другим человеком, быть непрактичным, или человек с плохими качествами, он там жадный, он ворует, он там не помогает другим, он только для себя старается сделать. Это все зависит от фитилька. Человек много понимает, но если фитиль не тянет, то огня не будет, или он вообще потухнет, или он будет плохо гореть, некрасиво. Но это, кстати, вот слово очень... нефиш – это есть вот желание, которое более глубокое желание, чем просто рацион. Слово это бежать, это внешнее. А нефиш – это более глубокое слово, которое отражает желание. Это желание души. Да, то есть более глубокое желание, да. Есть желание от ума, есть желание от души, получается. Да. Да. И вот мне сейчас очень понравилось про фитилек, это как про каш тоже своего рода, как про трубочку. Но каш – это просто труба, через которую все проходит, а фитиль – это именно он должен тянуть, он должен тащить фитиль. Он без него, да, никакого масла. Да, сколько там человек может учиться с утра до вечера, мудрые книги читать, очень много мудрости познавать. Но если у него качества не отработаны, он может про хесед, про помощь другим учить с утра до вечера и другим рассказывать, обучать. Но если у него нет этих качеств, то он никому не поможет никогда. Он не навестит больных, он не даст заку, он не одолжит деньги, если человеку нужны. Да, он не пообщается с человеком, которому сейчас вот есть важно пообщаться. Да. Фитилек, он это то, что превращает знание в огонь, в действие. Это самое главное, над чем мы должны работать. Поэтому ваша тема, она очень важна. Желание – это наше желание, наши качества. Да, это наше будущее. Да, точно. Это наша будущая жизнь. Поэтому фильтруйте желания. Спасибо, Розари, и ждем от вас еще интересных тем. Хорошо, спасибо большое. Всем хорошей недели и до новых встреч.